они, люди, застегнутые задом наперед, профессионалы. Поехали. Хоп! Понятно, как она выдохнула? Батя, видимо, учил выпивать водку. А, и вот тут тоже красно-красно под сочетание, там девчонки-красотульки. Пошли, оп, оп, поддержите, кто выиграл, давай-давай-давай! А что, слабо полный стакан? Мне кажется, сейчас пока слабо, потом нормально все будет, я ее плохо, видимо, знаю. Ну, молодежь приучаем к банкетам, естественно. Мама, да? Мама, молодец, сама наполнила бокал, молодец. Мама, так принципе надо. Вот он мой любимый человек! Я думаю, неужели я буду так с ними, с одними вообще? Серега, Серега, молодец. Вот Серега бухает сегодня прям. И мужа терять нечего, Серега бухает. Ирина, тут серьезные, ребят, тут серьезные люди, все. Сейчас Кучерявый почти закончен. Это все дело. Опа! Ну поддержите! Ну и чего ли то маленький стада, да на ты, да на ты. Первая стадия алкоголизма закончена. Вот это первая волна, друзья, их будет нескончаемое количество. Но я делаю маленький перерывчик и шутки.